хотелось бы, чтобы такое решение было или рассмотрение гораздо раньше, чтобы у спортсменов и их представителей было больше времени подготовиться вот к этим слушаниям. К сожалению, очень мало времени остается, но при этом я знаю, что наши все спортсмены, их представители, федерации, они будут бороться за каждую медаль, за каждую, будут обосновывать свою позицию. Надеюсь, что все будут услышаны и все аргументы будут восприняты, в том числе и аргументы Следственного комитета, который вот совсем сегодня, совсем недавно представил свою позицию, свою аргументацию, свои выводы.